Так ты один из команды спасателей, да? Я узнала это по твоей форме, Карлос. Как такой девушке, как ты, удалось выжить? Послушай, я не простой человек, я член команды звезд. Звезды? Ты имеешь в виду спецвойска? Эй, кто-нибудь тебя ранил? О, ужасно выглядит. Они приближаются. Приготовься. Держитесь вместе. Вместе. Успокойся, ты в безопасности. Все будет хорошо. Нет, не подходи. Держись подальше. Что ты решила, Джилл? Поможешь нам выбраться? Кажется, выжил только один. Мы должны объединиться. Нет, мы не можем доверять ей. Но почему? Сержант, нам нужна ее помощь. Остались только ты, я и лейтенант Михаэль. Но Михаэль тяжело ранен. Если мы не объединим свои усилия, мы не выполним эту миссию. Хорошо. Итак, у нас следующий план. Мы направляемся к зоне часовой башни, где приземлится вертолет и заберет нас. Как только мы доберемся туда и подадим сигнал, прилетит вертолет и заберет нас. Ничего себе расстояние. Вряд ли мы сможем одолеть его пешком. Правильно. Джилл, одень это. Капитан, этой милой даме пригодилась бы помощь. Карлос, ты даже не спросил милую даму, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун-Сити. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать гражданских. Ну да. И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. Поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство. Да. Что ж, мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Но нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ладно. Я в деле. Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Вы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Сокеркоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация. Итак, начнем. Сперва снарядим тебя. Поднимайся на улицу. Там будут припасы.